Всем здрасте. Мы с вами продолжаем играть. Фагивы, мой фазер. Это, скорее всего, уже финалочка. Ка! Я надеюсь, по крайней мере, что это финалка. Потому что я уже задолбался играть в эту говно. Ага, я понял. Все. Крам подъемный, ты приемный. Рогов слишком много. Ты что такое? Так, все. Я бегу. Дай броню. Гиган Гобу. Отвали, чувак. Пожалуйста. Ненавижу эту локацию уже. Нахер столько много противников. Ладно, может я смогу просто их пробежать? Мне лень. Их слишком много. Все, я не хочу драться. Все. Все, я убегаю. А, хилка, алкоголь. Все. В жопу. Иди в жопу. А, и ты иди в жопу. Я спидранер, мне можно. Ой! А тут где-то сохраняшка есть. Ладно. Так, надо уничтожить порталы срочно. Да блин! Все. Готово. Помоги мне. Конечно. Поможет. Когда-нибудь. Надо срочно разобраться с этим порталом. Все. Это был последний. Father, да все, бабах. А вас как уничтожать? Так, она считается? Да, сохранена. Все, можно просто пробегать их. История. Да, пока еще почитаю. Всем на нее насрать, правда. Так, вроде никакого говна не заспавнили. В принципе, так подозревал. Опа. А вас тут двое. Вы что-то какие-то до хера быстрые. Ага. Все. Так, чё тебя добить-то? Пока что порталы бесполезны. Так. Я туда не попрусь. Ага. Чё, херев, да? Все, надо похериться. Ой, не тот, но, в принципе, почему бы и нет. Тихо. Все, я понял, ухожу, быканул. Все, не быканул. Все, я убегаю.
А у меня хп почти нету, ёбаный. Блять, еще летающая эта херня. Мегамозг нахуй. Так, тут здоровье есть. Мне оно нужно. Так, пойду сохранюсь. Что это за звук? А, они, наверное, с того прохода идут? Соседнего? Серьезно? Они, наверное, отсюда выходят? Ой, ёлки! Ах, хер так пугать. Такие звуки будут, а тут какой-то гигант ходит, а это просто двери закрываются. Нужно вот сюда нормально прыгнуть, а после сюда. Блять. Я ж тебя убил, нет? Так, стоп, сначала в этот проход еще сходим. Тихо. Все. Клетки. Не понял. А. Я уже думал, что клетки как-то стреляют. Пиздец. Мне отстреливаться уже нечем. Господа, поймите совесть хоть немного. Да все, какой спавн, он уже... Все, ты умер, ТТМ, все, хватит спавнить. Ты не имеешь права. Сука. Так, у меня нету, кстати, ключей. Вообще. Ух ты ж. А вот и ключ. Пока. Все, 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 все. Да сколько вас? Все, вы проиграли этот бой, я забрал ключ. Пиздец. Да блин. А погодите, я, кажется, знаю, что это за проход. А лучше бы я не знал. Ты где? Так, ты фиолетовое чмо. Хил. Срочный хил. У меня нету хила. Все? Нет, не все. Все плохо. Так, значит, надо сюда пройтись. Я помню, где еще ключ можно позасунуть. Ой, бля, серьезно? Да ты зачистил просто всю в крови, в кишках, в этом. А они по новой появляются. Все, ключисто. Так, мне в ту дверь. Не, наверное, возьму пистолет сначала. Блять. Испугались, обосрался.
Я фонарь вообще в этой игре не прокачивал, потому что он... Пару раз за игру используем. Зачем взрываю бочки? Да потому что, скорее всего, один из этих бочек импостер. Так, а с этой стороны? Отвечаю, он бы ожил. А, все? Это вся комната такая? Ну ладно, раз я ее зачистил, сохранюсь. У меня, в принципе, 100 этого, 100 хп, 100 брони. В принципе, норм. В принципе, ничего так. Ага. Так, ищем, что у меня есть рабочее. Ага. Есть. Так, надо целиться на воду. Ага, во. Есть. Чё ты мне сыкотно туда прыгать? А если бы патронов бы не было. Угу. Все, тихо. Ляж, полежи, отдохни. Это будет для того, чтобы я ее выпил. А ты его каша, смотрю. Давай, еще раз. Все. Обменялись выстрелами. Чисто как старые знакомые, блин. Так, что тут? Ага. Угу, там кнопочка. Кстати, надо бы зачистить эту комнату. Капец. Все? Все вроде. Не, тут никого. Я уже. Ага. Так, это пока трогать не буду, потому что я даже не знаю, что он сейчас активирует. Узнаю, наверное, тут. Колдун. Колдун писькогрыз. Все, колдунов писькогрызов мы убили. Так. Тут что у нас? Да, алкоголь запрещен, но сейчас он мне нужен. Да что за алкоголь у нас много? А, алкоголь это... Понял. То есть алкоголем мы восстанавливаем себе... способности. Откуда бочка взялась-то? Ее тут в помине не было. Угу. Ладно, теперь хотя бы знаю, что это херня делаю. Так. Похилились. У меня есть? Нет. Фух, погнал. Нет, не погнал. Не ту использовал. Я хотел использовать во, вот это. Так, все сюда. Упс. Упс, упс. Хотя, чё упс? Вас уже... Мало осталось. И ты. За, скорее всего, их главарь. О! Так.
Ах, отвечаю, сейчас там опять все заспавнились, сейчас опять тут целая орава будут. Патрончики возьму. Да? Не может же быть все так тихо. Сейчас вот в главной комнате будет опять. Да, судя по звукам, да, вот летающие. Ай. Бежим. Так. И что это такое? О, наконец-то. Где-то тут плачет уебище. Все, они больше не плачут. Темно, ни хрена не видно. Все. Все. Еще остались. Все. Порта убили. Ну сколько можно? Я тебе не мама. Орёт, блядь, как миньон какой-то. Да сдохни! Маленькое уебище. Пиздец, зачем я с ними, зачем я их отбивать? Опять ножом? О! Как хорошо, что... Как хорошо, что хотя бы во время способности освещается комната во. В противном случае было бы еще веселее. Так. Бессмертие подключим, чтобы, во-первых, было видно, а во-вторых, можно было нормально их пострелять. Потому что я в рот макал этот бегать. Так, и все равно приходится бегать. Все. Пропа... Хватит патронов, хватит. Какого хера? А. Типа, мы тебя свет включим, но обратно ты опять идешь через битву. Круто, а патрону дадите? Или не так? О! Бля, мне сейчас обратно пробегать все это. Короче, я забиваю хер и просто бегу. Включаю в себе этот. Угу. Конечно же, конечно же. Мне просто ни хрена не видно, поэтому я включаю в себе этот. Пошел нахуй.
все. Пока. Надеюсь, я правильно бегу. Да, правильно. Хо-хо-хо. Все. Я не буду с вами драться. Вы мне нахер не нужны. Я слишком ленивый. Да. Так, дальше у меня есть уже желтый ключ, и я могу вернуться опять туда же, наверх. Ой, не ту сторону выбрал. Сюда. Мне уже пофигу. Просто буду вот так по себе вслед стрелять, в случае чего, все. А, они меня преследуют все еще? Все? Видимо, им не понравилось. То, что я просто сбежал. Что они просто всей аравой решили на меня напасть. Ладно. Сюда. Пиздец. Зря я сейчас сохранился. Ну шо? Все, я сейчас сдохну. О, класс. Так, и как мне с этим драться? Я не мог двигаться, класс. А, ну давай еще раз. Просто сил нету. Поэтому... А эти вообще просто гниды. Все, патроны нормально кончились, осталось говно. Круто. Класс, мне нравится. Ты можешь где-то остановиться? Просто... Что происходит просто-напросто? Блять, хил. Все закончено на время. Все, это конец главы, надеюсь. Гмар. Когда этот меня спасет? Гмар. А-а-а.
Ебать. Загляни в себя. Зачем? Фу-фу-фу-фу. Сколько? 39 минут. Ой. Ладно. Я записал целый час. Пока что на этом все. Думаю, следующая серия финальная. Ура. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.